This is Batong in Thailand. Ребята, вот мы после вот этого Bangla Boxing Stadium. Ну, понимаешь, это Bangla, такой стадион большой на Пхукете. На Пхукете несколько стадионов, но Bangla один из лучших, где туристов больше собирается. Да, большой стадион. Вот. И почему бы не подраться? Ну, у тайцев нету такого, завершил карьеру. Они могут не драться год, а потом херак подерется завтра. Понимаешь? То есть у них не поймешь. Там 300 боев, а я все я не дерусь. Херак завтра с Мошем Бангли дерется. Ты же спрашиваешь, ты же там все бросил, а что, зачем дерешься? А, да, так, соскучился, пришел, подрался. Здесь по тайскому драться, здесь не проблема. Это не надо, там, чтобы менеджер у тебя был, там, еще кто-то тебе бои делал. Просто есть чуваки, которые делают бои. Звонишь, говоришь, я хочу драться, поставь мне в понедельник. Если в понедельник есть бои, тебе ставят в понедельник с клиентом. То есть за 3 дня тебе бой делают. Искать соперника. Все, здесь как бы бойцов много, поэтому я не думаю, что проблема будет. Поэтому они дерутся, они ради бабок дерутся. 10 тысяч бат это тоже деньги, здесь большие деньги, 10 тысяч бат. Это можно месяц жить, поэтому за денег они дерутся. Так. Такой здесь, если ты каждые 2 недели выступаешь, ты, например, первая ставка у тебя 6 тысяч бат, это $200, вторая ставка 7 тысяч, то есть каждый бой, ну а как обычно везде, каждый бой ты получаешь больше денег. Максимальная сумма это 15 тысяч бат, это $500. Это максимум, ты в Bangla Stadium получаешь $500. Вот. Ну, в общем, я где-то получал 12 тысяч последний бой, и потом у меня была травма колена, вот. И я где-то месяц-два, наверное, не выступал. Ну, сейчас, если я буду выступать, то мне надо опять заново начинать, то есть 6 тысяч поднимать свою цену до 15 тысяч. То есть такая тема здесь, понимаешь, то есть игрался давно, окей, начинай заново. То есть вот так.